Сегодня мы будем готовить очень вкусный салат. Сначала потрошим курочку такими кусочками. Просто ее порву и все. Добавляем зеленый горошек в баночку. Режем 3 огурчика. Соломочкой. Дальше меленько очень нарезаем чесночок. Или если есть чеснокодавилка, то на чеснокодавилке можно просто выдавить. Сыр трем на терочке крупной. И режем 3 яичка тоже соломкой. Теперь сюда мы добавляем еще майонез. И хорошенечко это все вымешиваем. Так вот, такой вот у нас салатик вкусный получился. Всем приятного аппетита. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока!